очень важный момент. Это очищение, да, то есть сексуальная энергия не может грамотно пойти вверх в теле, которое не очищено. Не очищено — это значит человек, ну, мужчина, пьет, курит, принимает наркотики, питается какой-то фигней. Его тело накопило много токсинов, его тело не очищенное. Стоит начать с очищения тела, и далее стоит добавить практики, любые. Лучше какие-то практики, вот йога, цигун, пранаяма — очень хорошая практика. То есть вот эти вот практики — это как раз такой армированный каркас у стенок вот этого бассейна. Без практик ты пытаешься накопить резервуар в бассейне, в котором стенки, вот знаешь, кирпич, положенный на какой-нибудь там этот навоз. Он не склеивает этот кирпич, то есть давление поднимется, и все это нафиг развалится.